самых волнующих и ответственных событий в жизни каждого сотрудника МЧС России. Имею честь со всем огромной страной и народом России праздновать День независимости этого государства. Поэтому мы сегодня проведем торжественное собрание, подведем итоги работы наших сотрудников, скажем им большое спасибо. Ну, конечно, без наград, без благодарности не обойдемся. Посмотреть на пожарников, как они работают. У меня у самого дедушка пожарник бывший. Просто интересно поздравить. Мы хотим поздравить МЧС с днем принятия присяги. Благодарим их за работу, за помощь нам в любых ситуациях.